Здравствуйте, здравствуйте всем. Хочу представить вашему вниманию Валентина Казак-Каза. Уважаемая девушка-казашка. У меня здесь изображена девушка, где собирательный образ молодой казахской девушки. Также здесь косы и на них наше национальное украшение. Шарбал – это украшение, которое вплетается в косы девушки. Издавна у нас есть поверье казахов, чем больше на тебе украшения, которые звенят, когда ты ходишь, тем больше от тебя отходят злые духи. Тем самым эти звоны защищают нас от злых духов. Также здесь вы можете видеть очень яркий красный фон, абстрактный. Поэтому здесь этника и современная живопись немножко сплетена в этой картине. Меня зовут Асем, современным Асемгуль. Мне 32 года. Я из Алматы, представляю Казахстан. Вчера эта картина взяла гран-при, за что огромное спасибо жюри, за то, что так высоко оценили мой труд многолетний. Также хочу выразить огромную благодарность организаторам этого классного конкурса, где можно познакомиться с разными людьми из разных стран. И за такую возможность приехать в Лондон и показать миру свое творчество. Спасибо.